сложное, волнительное. Тебе страшно, когда заходишь туда? Потому что эксперты самые умные, самые замечательные, которые сидят там. Динамичное такое живое мероприятие с конкретными вопросами, с конкретными замечаниями, с конкретными результатами. Сложно, интересно. Будем реализовывать проект, дальше участвовать в таких мероприятиях. Я думаю, что молодежная политика снова в тренде городской жизни, потому что сейчас мы очень активно как раз вписываемся в городские приоритеты. Очень хочется, чтобы эти люди эти идеи воплотили. Действительно, это здорово. Изначально очень волнительно, затем ты пытаешься донести до людей всю свою идею, потому что ты этим живешь, это твой проект, который ты хочешь реализовать в жизни. Только положительные впечатления, на мой взгляд, эксперты все объективные, оценки хорошие, результатами довольны, теперь нужно отдыхать, думаю, уже. Но есть очень много хороших, действительно, проектов, интересных, и если это все реализуется так, как написано, то будет просто великолепно. Все то, что я сегодня услышал, я использую в работе, надеюсь, что презентация будет очень хорошая в пятницу. Нынешнего будущего участникам я хочу посоветовать профессионально и ответственно подходить к проекту, к тому, как его представляют, и чтобы действительно та идея, которую они несут в мир, была социально значима. Четче, структурированнее, грамотнее и побольше злости именно в достижении своих целей. Я уже не первый год принимаю участие в работе жюри конкурса «Парад идей». Радует, что проектов, которых действительно заслуживают финансирования и грантополучения, меньше не становится. Радует, что становится меньше проектов, которые точно не заслуживают грантов. Конкурс молодежных идей – это всегда очень вдохновляюще, во-первых, потому что здесь на финале уже приходят люди, которым очень дорогая их идея, и им очень хочется получить поддержку и признание не просто деньги, за которыми они пришли, а именно поддержку, одобрение их идеи. На параде идей участвую первый раз. Мне очень понравился конкурс, мне очень понравилась организация. Все этапы отбора были, на мой взгляд, интересными и на самом деле нужными.